Лещина. Дальше 640. Дальше 640. Что делать? Я забираю. Там я бы не забирал. О, нет. Что? За севере 640? Но я забрал. Я думал, там будет 4 креста, Опять история повторилась. Ебать. Сколько я мог выиграть? Минус 72 тысячи. 72 тысячи я мог выиграть? Что ж такое-то? Я реально 70 тысяч мог выиграть. 70 тысяч. Да как так-то? Опять это произошло со мной. Я не играю до конца, я не выигрываю триллионы. Ну как после этого жить дальше? Вы понимаете, что я, по сути, не выиграл. Хотя мог. 100 тысяч баксов мог получить. Сука, как сложно стало себя контролировать. Причем эта хуйня и вне стримов началась. Я уже когда-то рассказывал. Вот последние, особенно полгода. Последние полгода я и вне стримов покупаю там... Да, дорогие бонусы, прям реально дорогие. И типа у меня так уже на протяжении года, но последние полгода особенно жестко. Короче, в том, что я, типа, что-то со мной происходит не то, но я так и не залился до сих пор, я так и, знаете, не про это триллионы. Но когда-нибудь наступит момент, что я не смогу отыграться, потому что он неизбежно должен наступить. Я же знаю, как это все работает. Я же это все проходил уже не раз в прошлой жизни. Бля, что делать с ним? Уже хорошо, в каждом казике плюс. Уже заесть стрим на самом деле. Что я делаю? На нахуй! Что я делаю? Что с мной происходит? Оно все забрало? Я все проиграл? Как это, блядь? Что я опять сделал? 300к плюс проиграл. Зачем? А как оно могло все забрать у меня, блядь? Ой, блядь. Ой, короче, блядь, что-то так плохо. Сегодня... Там охренный стрим получается по выигрышу в целом. А мог быть еще лучше, если бы я не стал 300к только что вводить. А зачем я их вел? Я как чувствовал, что я их вел. Я не знаю, что происходит. Отстань от меня. Мне плохо, мне реально плохо. Ты можешь от меня отстать? Мне прям плохо. Я не знаю, что происходит, что я делаю. Сейчас просто какая-то полская лудомания. Я же говорю, проблема в том, что еще переносится на... Ну, на бытие вне стримов. Я вне стрима так же самое делал, как я сделал только что, если что. Только вне стрима я умудрялся отыгрываться в итоге. А сколько я сегодня мог выиграть и сколько я проиграл? Это просто невероятно. Я в ахуе из себя. Ну ничего. Посплю. До завтра забуду. Так-то в целом сегодня, даже учитывая, сколько я проиграл после выигрыша, там был баланс 300к плюс, там 10к плюс. Anyway, я в нормальном плюсе таком. Но мне так хуево. В этом вся суть, на самом деле, лудомании. Вам не должно быть хуево, когда вы в плюсе, то есть когда вы выиграли. Не должно быть хуево. То есть вся суть лудомании в том, что вам всегда хуево. Вам хуево, когда вы выигрываете, и вам хуево, когда вы проигрываете. У меня какие-то проблемы немного начинаются, но ничего. Я все исправлю. Надо подрубить просто самоконтроль. Подрубаю. Нужно сесть за руль. За руль своего персонажа. Кто-то его контролирует. Непонятно, кто бы. Как будто не я себя контролирую. Прощавайте, люби глядачи.